Очень хочется верить, что вот впечатление и настроение Повелос и Анна нам передадут. Они танцуют под песню Норы Джонс. Как дела, капитан? Отлично, идем ко дну. Ну и название песни «We're gonna be sinking soon» переводится как «Мы, наверное, скоро утонем». И название соответствовало танцу. Ну, перебрали пираты. Наверное, предыдущий рейд был очень успешным. Меня весь танец занимал платок, который мешал кататься по Повелосу Ванадусу и, по-моему, не позволил ему исполнить несколько элементов. Несколько очень оригинальных элементов ребята исполнили. Но назвать эту программу самой сложной за все 10 этапов, 11 этапов ледникового периода у Повелос и Анны я не могу. Она была очень оригинальной, очень органичной, но не очень сложной. Юбка закончил, блин. А что это за штука-то? Почему она размоталась? Нет, она размоталась, реально. Она просто размоталась. Да? Я уже думал... За это нам лучше. Да. Да, они только... Не да, но... Не, но
я реально только смотрел за тем, чтобы она не размазала, то самое, чтобы не упали. Ну, это просто, ты понимаешь, уже не все на это такое смотрели. Анна Большова, Повелос Ванагас, оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 3-0, 94. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,96. Общий балл 11,9. И в этой дуэли побеждает пара Алиса Гребенщикова, Максим Ставицкий. Я думала, что ребята все-таки утонут в аплодисментах и в хороших оценках. Но этого не произошло. Валентин Николаевич, вы это оценили. Каталась сейчас четвертая пара, и я поставил 6-0 всем парам. И вот действительно, вы знаете, уровень мастерства настолько вырос, каждая пара отличается индивидуальностью, оригинальностью. Всегда видишь что-то новое. И поэтому я вот действительно абсолютно от души ставил каждой паре до данного момента шестерки, причем ставил это абсолютно спокойно, зная, что ну настолько интересно. И вот, допустим, сейчас то, что показала Анна и Повелос, ну вы знаете, что касается с точки зрения техники, потрясающие скольжения, интересные, оригинальные элементы. Вот. Ну а что касается исполнительского мастерства, то, мне кажется, это одна из сильнейших пар на этом проекте. Я очень, в общем-то, рад за ребят. Антон, как я понимаю, конечно же, предыдущая пара для тебя стала победителем. Но вот здесь, 1-5-9, понятно, но почему же за артистизм 5-9? Ведь настолько был продуманный номер и такие классные пираты пьяные. Вы знаете, я прежде всего хочу сказать о самой дуэли. Я для себя выбрал предыдущую пару, потому что, на мой взгляд, они делали действительно новаторские элементы, которые я не мог не отметить. Мне кажется, это одна из фишек проекта. То новаторство, которое предлагает пара. А в этой паре все хорошо, но мы на нашем проекте видели номера, где были выпившие люди, и, на мой взгляд, они были сильнее. Татьяна Анатольевна. Я хочу сказать, что меня сегодня, в первой оценке, меня отвлекал платок. Понимаете, я не смотрела уже, я половины не видела. Я видела, что вы делали, но меня это отвлекало с самого начала. Кто-то не так пришил, но меня это не касается. Я думаю, что все равно это сегодня было правильное состояние, оно было не наиграно. Все. Но платок мешал. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Ну что, Джонни Деппе, как вы оцениваете свое выступление? Поговори со мной. Ну как, вот платочек такой развязался, да. Ну не привык я к платкам на себя одевать. Да и слава богу. Ну, в общем-то, да. Ну, жалко. Я хорошо же заметил только ближе к концу танца, что он развязался. Оказывается, он развязался почти сначала. А я, черт меня возьми, заметила прямо сразу. Про этот платок я говорила с самого начала. Я, Повелос, по-моему, достала по поводу этого платка. Но я спрашивала, а не мешает? Вот это не мешает? Повелос сказала, ну, нормально, не мешает. Я говорю, а не мешает? Вот сейчас мы переходим к столу. Я говорю, а не мешает? Все-таки, ну, мы же катались. Вообще, в остальном оторвались по полной программе. Ну, когда бы я еще могла вот так вот на себя вот это вот все? Слава богу, что никогда. Иди побрей, то есть умойся. Ты невозможно хороша без бороды. Договорились? Ясновидящая ты наша. Удачи.